Почта, почта. Цена посылки вот такая. 13,75 долларов. Ну что, открываем. Как сейчас модно называть, анбоксинг. Анпосылкинг. Что самое интересное, вот маленький, так сказать, маленькое лирическое отступление. Дошла быстро. Вот 21 августа отправили. Сейчас по треку покажу, как она быстро дошла. В отличие от китайских посылок, прям намного быстрее. Вот он наш трек. Вот. 21 числа ее отправили. Она тут по Нью-Йоркам и прочим. И вот 29 она уже была на месте. Очень быстро. Та-да-да-да. Так, вот такая вот красивая коробобочка. Не знаю, что тут было. Открываем. Открывайся. Волшебная коробочка. Во! Тут приехали грибы. Это запас. Вот он, второй комплект. Текила. Это так называемые рутбир. Кто как называет? Кто пивные называет? Кто медовые? Очень хорошие грибки, но, к сожалению, они очень долго не служат. Вот это вот новое у меня. Текила. Грибочки. И третий набор кековский. Вот он, Д-центр. Упаковочка 12 штук. Ну что, это распаковочка посылки. Дальше я потом все про них расскажу. Будем их тестить. Тестить будем их прям непосредственно уже на машине. И расскажу об этих грибочках. Как это все мне видится, как они работают. Вот. Так что вот так. Вот такая посылочка пришла очередная. Довольно-таки быстро. Будем этим теперь работать.